Ну кого еще потянет гулять куда-нибудь в гору, в природу, при наличии вот такого неба? Меня. Я надеюсь, мы успеем подняться в гору, прежде чем нас зальет. Я днем покаталась на велосипеде, ну, наверное, приблизительно около часа, может, час небольшим. И то не доехала до цели. У меня руль ослаб и стал прокручиваться вниз. Артем сходил с ним в веломастерскую, сделал. И все, я целый день читала. Целый день читаю книжку опять, другую. Как же у нее название-то? Не помню, короче говоря, название. Что? Там крапива? Ты хочешь, чтобы я шла вперед? Да. А я... Ну, пойдем. Нет, пойдем аккуратненько. Да все, я уже перешагнула крапиву. Пошли. Трусишка. Трусишка. Я не хочу просто. Перешагивай. По ноги крапива. Перешагивай. Куда? Я ж перешагнула и не ужалилась. Давай, ты куда? Да сына! Да ну тебя в баню. А там уже гремит в той стороне. И ты как раз нас повел туда. Спускаться-то все равно по горе будем. В обход пошли. Ты там облачко-сердечко. Облачко-сердечко. Меня больше смущает вот это тучище. И гремит она, очень сильно гремит. Погода позволяла, в принципе, гулять днем. Нет, я лежала, сидела, снова лежала, снова сидела и упорно читала книжку. Альберт не знает, чем занимался в это время. ОГЭ решал по географии. ОГЭ решал по географии. Решил себя проверить, сможет он. Он решил себя проверить, сможет он решить тесты по ОГЭ, чтобы решить, чтобы понять, стоит ему на следующий год брать географию для того, чтобы сдавать эти новомодные экзамены. Ну как новомодные? Сколько лет уже ОГЭ? Лет 7, наверное, 7-8. У нас Артем должен был 4 года назад их сдавать. Не сдавал. 14-го ОГЭ. Ну вот, 10 лет. Артем не сдавал, потому что был ковидный год, и тогда девятиклассникам всем отменили экзамены. Вот, Артему повезло. Альберту вряд ли так повезет. Поэтому он сейчас пытается понять, какой предмет ему легче всего сдастся. Вот. Ой, такая там, погода там тучи. Уже несколько дней подряд. Эти тучи собираются. Чернеет небо. А потом как дает заряд дождя, грома и молний. Сейчас посмотрим с высоты. Там прям видно, вдалеке дождь идет. Но я надеюсь, что мы успеем спуститься и вернуться домой. Вон волчиха. Вон там я была позавчера. На самой верхушке, видите, стоят, как их называют, вышки. Вот там моя была. Отсюда очень хорошо видно, где дождь идет. Прям проливной. Вон там, видите, дождь идет. Вон дождь идет. Вон там дождь идет. А здесь у нас еще немножко солнышко. Чуть-чуть. Сейчас вообще. А наш дом на той стороне за магнитом. Поперлась, мать, опять гулять. Ветер здесь, конечно, вообще нехилый. Нас прям сдувает.
равно это красиво. Какая бы ни была природа, это мощно, это красиво. Смотрите, как это смотрится сквозь очки. Как бы показать-то? Вообще по-другому. Ну, в очках вообще по-другому смотрится. И все-таки мы попали под дождь. Причем я бы не сказала, что над нами туча. Ну такая. Хорошо тебе, да? Мне холодно. Что тебе холодно-то? Прикольно, да? Волки намокают. Мы чуть не прошли мимо наш пароход. Нам же магнит надо. Не пойдем мы в магнит. Какой магнит? Ты что? Пойдем. Нет, не пойдем в магнит. Нет. Кошкам есть нечего. Завтра утром сходим. Кошек есть влажный корм. Такой же, как мы сейчас будем. Так мы можем до магнита дойти и просто дождь подождать. Льет, прикольно! Я хотела... Не холодно. Я хотела попасть под дождь, под ливень. Я под него попала. Обычно не хочешь что-то. Ура! Капли такие крупные вообще. Не холодно. У меня прям с руки льется вода, и телефон сейчас будет весь мокрый. Это из того разряда, что телефон мокнет, она мокнет, но она идет и снимает. Покажись. Его можно насквозь просто у него футболку взять и выжать его. С него побежит вода. Меня, в принципе, так же, но я в очках. Я продолжаю быть в очках. Мы насквозь все мокрые. Это за какие-то 5 минут. 5 минут буквально, мы не дошли до дома. А ноги-то там у меня хлюпает и квакает в кроссовках. Че, тоже квакает в кроссовках? Да? Насквозь? Да. У меня мало того, что насквозь, у меня они еще по колено грязные. У меня тоже. Под какой козырек? Нас на возмутителе вон там поймала. Мы на лысых ходили. Башка вся мокрая. Даже представляешь, мы попали прямо под дождик. Не знаю, куда спрятаться. Вот чешет ведь пешком перед нами. Нет бы крыльями взмахнуть и улететь. Она ведь идет перед нами пешком. Ты куда вообще? Гуль. А, ты куда? Меня вообще удивляет, почему голуби чаще всего бегают пешком больше, чем летают. А у нас рубрика «Куда идем мы с пятачком?» Ты мой пятачок? Или ты не пятачок? Не хотел он идти опять. Ох, лень, матушка. Холодно. На улице плюс 15, но я бы не сказала, что холодно. Нормально, комфортная температура. Я в кофте, ты в жилетке. Что тебе надо? Дома сидеть на диване, лежать, да? Да. В деревню поедешь, там належишься на диване. Баба Аля тебя вообще трогать не будет. Будет только пирогами кормить каждый день. Это уже наша излюбленная тропа, по которой мы ходим практически каждый день. Не хочется идти в город, не хочется к людям, хочется ходить гулять где-то там, где вообще никого нету. Поэтому и магазины выбираются ближе к окраине города, где можно пройти так, чтобы с людьми не встречаться. Интроверты в нас проснулись в отпуске. Я интроверт, он тоже. Как говорят, не люблю людей, люблю собак. Там кошка впереди. Люблю кошек и собак, да. Не, на самом деле, когда целый учебный год находишься в людях и спишь только один на своем любимом диване, и никого больше рядом нет, а все остальное время находятся рядом люди какие-то, хочется в отпуске, наверное, время посвятить только себе. Дом разбирают. Жалко мне всегда вот такие вот дома старые. Вообще жалко. Не знаю, мне кажется, они как будто живые. У них как будто есть душа.
такой резонанс, да, дом старый, и вон там высотка. Буквально в метрах, сколько? Метров 100, наверное, да? А? Мы идем с ним в магазин. Я иду конкретно, он так со мной гуляет. Чтобы посмотреть фотообои на кухню. Фотообои или просто обои какие-нибудь серые, серого, темно-серого цвета. В общем, хочу сделать акцентную стену. Акцентную стену, у которой будет стоять стол и стулья. Вот. С оттенками серого, может быть, светлого, темного, может быть, с узорами, может, с рисунками. Не знаю, сама не понимаю пока, чего хочу. На ВБ подобрала. На ВБ посмотрела кое-какие фотообои. Но пока что-то они мне как-то это не к душе. Поэтому сейчас до магазина дойдем, посмотрим, что там есть. Нет ничего, значит, ничего нет. Буду дальше рыться на ВБ. На Озоне еще можно. На Озоне? Ну, может быть, и на Озоне посмотрим тоже. Я потихоньку накидываю в корзину себе все, что я хотела бы видеть на своей кухне. И каждый раз, когда что-то туда кидаю, я каждый раз себе представляю, как это будет смотреться на моей кухне. Шторы сегодня нашла подходящие. Шторы и тюль коротенькие. Часы уже туда бросила. Люстру. Ну, фотообои бросила в корзину, но пока еще как бы так мылись. Вроде бы хочу, но они, блин, дорогие, чтобы для кухни буквально вот 2,70 на 3 метра фотообои на нашу цельную стену, на акцентную, 2,700. Жаба давит меня, честно. Когда дело касается вот таких больших растрат, меня всегда жаба давит. Ну, вроде бы, как это же дом, это не выставка какая-то, художественная галерея. Ну, ладно. Как всегда говорю, видно будет. Может быть, и куплю то, что подороже, а может быть, и нет. Может быть, найду то, что более такой эконом-вариант. Но кухню свою я себе уже представляю. Смотрите, утка ведь ходит с голубями вместе. Вот так-так, она заблудилась, что ли? Родичи ищет. И крякает. Ходит по дороге и крякает. Надо быть в воде, она по дороге ходит. Это такая же, как в Москве, самая смелая. Вот что лялька кричит? Где ляльки? А? Нет, это другое потомство. Ты что, мы вчера подходили, они были совсем малёхонькие. Это другие, эти подросшие уже. Они... Да, нет. Они их, видимо, выгуливают по очереди. Сначала один выводок, потом другой. Чифига они гонят. Это нырнул. Плавает, как буйок вот этот. И где он? Вон он вынырнул. Что ты ворчишь, крякаешь? Такие прикольные вообще. Старшее поколение, наверное. У них тут какое-то собрание, видимо. Нет, тут утята. А, ну да, это взрослые. Не взрослые, да. А большие утята. Да. Потому что вот эта мама, считай, утка большая, да? Тут еще 7. А там эти, же сидят эти три еще... брата, смотри. Три брата-акробата. Одинаковые. А где совсем малышики? Они их не выводят сегодня? Мы каждый день здесь проходим и каждый день наблюдаем за утятами, за утками. Мы сюда, и они за нами. Выводок. Хорошенькие такие. Хорошие. Ой, я на работу выйду, скоро у меня свой выводок будет. 20 человек с лишним трехлеток. Так, ну что, посмотрим. Я хотела, конечно, вот такие широкие, чтобы взять... А фотообои? А? Фотообои еще есть? Сейчас я посмотрю сначала обои широкие, которых достаточно одного рулона, чтобы две полосы наклеить и все. А там уже можно будет и... Ну вот что-то подобное, я думала, смотрела.
Это что получается? Ширина метра в рулоне 10 метров. Ну куда 10 метров? Хотя, может быть, в принципе, и подошло бы. 2350. Вот верхние мне нравятся, желтыми. Прикольные. Так, еще есть. Здесь мне не нравится. Вот, тоже интересненькие. Mm-hmm. О, кстати, да? Акцент чисто сделать на стену. И все. Так, еще посмотрим. Вот мне еще нравится с одиночными одуванчиками. Они как раз нам под столешницу подойдут. Вон там с аниме в детскую комнату. Остальные мне не нравятся. Можно было бы вот такую мозаику сделать. Это прикольно тоже будет выглядеть. Ну да. Но она коричневая. Нам надо либо черную, либо серую. В три ряда и будет здорово. Типа я всем ходил, рассказывал эту историю. Я не могу этого не снять. Он идет мне рассказывает свой вчерашний сон. Мы решили подняться к храму. Я решила подняться к храму. Ну-ка, расскажи еще раз. Я приснилось, что... Не, я не дал. У меня Елизавета вторая попросила мой телефон. Елизавета вторая. Я ей дал его. И она мне взамен 15-й айфон дала. На Pro Max, который. Меня больше не интересует, где она взяла 15-й айфон. Меня больше интересует, как ты понял, что это Елизавета вторая. Не знаю. Само как-то. Я не могу. Не, типа это как будто в Англии проходило все это. Мне такие сны не снятся. Бурная у тебя фантазия работает. Мозг твой это работает. Вчера приснился сон. Это вчера. А сегодня сон не на камеру? Да, лучше не буду рассказывать. Ну ладно. Сегодня утром он встал и спросил меня, почему снятся страшные сны. Дурацкие. Дурацкие сны. Я говорю, ну, потому что, скорее всего, организм дает тебе понять, что ты уже... отдохнул, и пора бы просыпаться. А еще говорят, что когда плохие сны снятся, это говорит о том, что мозг отбрасывает всю ненужную информацию, избавляется от ненужной информации. Бассейн стоит прямо на улице, не боятся ведь его. Поставили. Но здесь, конечно, улица малопроходимая, но как-то прям даже это... Нормально стоит бассейн, купаются люди. Нас тут пытаются облаять. Ух, какая! Добрейшие души животное. Что спрятался? Походу дела, ты меня боишься, не я тебя. Ух ты, злая собака. Мы дошли почти. Идем какими-то козьими тропами, как обычно. Ну, блин, люблю я ходить теми тропами, где нет людей. Ну, вроде нормально с ней все. Жуткий сон мне рассказал Альберт вообще. Он, но с хорошим концом. Он и был здесь. Деревья посадили. О, правда, смотри. Проход здесь. Березки поставили, смотри, как на входе. Ух ты! Как интересно. Ну-ка, пойдем пройдемся по растительности. Здесь так-то каждое лето прям бурное цветение. И розы, и пионы. Вот такие нравятся мне растения. Вон пионы, ромашки крупные. Ирисы, это ведь, да? Ирисы. Ириски. Ириски. Пионы прям бурно-бурно цветут. Все попадали от дождика или от тяжести шапок.
маки декоративные. Хорошо. Не знаю, я почему-то себя чувствую здесь всегда в каком-то покое. Тишина, покой, чистый воздух. И вид на город. Я всегда покупаю свечки. Всегда покупаю, всегда ставлю. Даже если, может, это ничего и может не означать, ну, для кого-то там, я ставлю. Думаю о хорошем. Желаю хорошего всем и вся. Как интересно, их просто привязали. Я думала, их поставили. Они уже все засохшие. А зачем так сделали? Мне жалко деревья. Вот это вот я считаю неправильно. Срубить молодые березки, вот так привязать. Зачем? Какой-то глупый поступок. С моей стороны, мне так кажется. Пусть все у всех будет хорошо. Даже если сейчас хорошо, пусть будет все еще лучше. В общем, сейчас выскажу свое мнение. Выйдем только за ворота храма и выскажу свое мнение, потому что меня обидели. Да нет, меня на самом деле не обидели. Я вообще не считаю, что вот принципиально ты заходишь в церковь, да, в храм, женщина, девушка, девочка, и нужно обязательно одевать головной убор, косынку, там, шапочку, чтобы голова была покрыта. Я не считаю, что это принципиально важно. Вот. Мне периодически делают замечания, не то чтобы замечания, мне, ну вот сейчас, например, она сделала мне замечание. Девушка, без головного убора, хотя бы капюшон наденьте, есть же у вас капюшон? Я ей сказала, я не считаю, что это принципиально одевать головной убор в храме. Она такая, ну ладно, типа, ваше мнение. Вот. Я ей задаю вопрос, но я, например, считаю, что это неприемлемо, то, что у вас весь храм уставлен березами, молодыми березками, срубленными, не просто веточками, а именно срубленными молодыми деревцами. Видели, да? Перила при входе, наверху я не показывала, наверху там, где колокола, там перила все обвязаны молодыми березками. Внутрь в храм заходишь, там и веточки, и деревца тоже. Для меня, например, вот это неприемлемо, что срубаются молодые деревья, которым еще расти и украшать, например, березовые рощи, и ставятся в храме даже несмотря на то, что там какой-то великий праздник. Я ей задаю вопрос, говорю, почему весь храм уставлен березами? Она мне, нет, не задала вопрос, и я говорю, для меня вот это неприемлемо. Она от меня, значит, сбегает, прячется за шторкой, через какой-то период времени, там минуту две, наверное, выходит и говорит, а вы знаете, в честь чего у нас березы везде? Я говорю, какой, говорит, праздник был? Я говорю, я знаю, какой был праздник. Она говорит, какой? Я говорю, я знаю, какой был праздник, но я задала вам вопрос, зачем березами украшаете храм? И она мне отвечает просто гениально, гениальной фразой. Зайдите в интернет и посмотрите. Для меня тоже это неприемлемо, потому что если ты служишь при храме, если ты подходишь к человеку и задаешь вопрос, а вы знаете, какой был праздник, ты должна как минимум знать все про этот праздник и для чего нужны здесь березы, а не отвечать человеку. Даже я не сведущий человек в этом, да, я знаю, какой был праздник, но я не знаю, для чего нужны березы. И ты должна хотя бы в двух словах объяснить, зачем нужны березы. Зачем рубятся молодые деревья и украшается храм ими? Ну вот человек мне ответил вот так. Зайдите в интернет и посмотрите. Я зашла в интернет и посмотрела. Но я немножко обескуражена тем, что значит мне делается замечание, что я без косынки, без головного убора.
знаешь, а на мой вопрос мне ответить не смогли. Пока стою тут возле перил, боже, коровку увидела. На нее стою, смотрю. Одна, потом где-то здесь еще. А вон еще малышечка сидит. Это ведь тлей все растение, вон, да? Там, да. Вон еще одна сидит. Их так много здесь. А вон еще там. Их много здесь, потому что много тли. Они любят, они питаются тлей или молочком, которое тля. Нет, они поедают тлю, да? Правильно я говорю? Так, ну-ка давай-ка в интернет. Боже, коровка ест тлю или молочко, которое выделяет тля? А то мы тут в храме, значит, показались ни разу неграмотными человеку. Ой, так их здесь много. Здесь они вон на полыни сидят все. Много тли, много божьих коровок. Задай вопрос просто. Божья коровка поедает тлю или молочко? Божья коровка поедает тлю или молочко? Больше всего они любят подкрепиться тлей. Тлей, да, они поедают тлю. Но вот здесь ее много, очень много. Ладно. Ой, эта тетенька идет за нами. Я на нее тут жалуюсь, она идет за нами. По лесенкам спускается. Мы сейчас идем в продуктовый. В магнит, да? Да. Хотим сделать хот-доги домашние. Что-то у нас вторую неделю мы сидим дома и стряпаем, и стряпаем, и стряпаем, и стряпаем. Артем говорит, ну наконец-то мама стряпает. Мама стряпает, потому что мама не работает. Ну вот эту неделю я еще не работаю, с понедельника я начинаю вести тренировки со следующего. Что мы уже за это время сделали? Хачапури, считай, стряпали. Вчера я делала типа синабоны, да? Сегодня мы хотим сделать хот-доги. Ну хот-доги там делать нечего, ну, купить достаточно булки, сосиски. Посмотрим сейчас. Что-то захотелось нам своих хот-догов. 230 рублей стоит, ёлки-палки. Вот еще один пешеход. Альберт хочет узнать, что за птичка он там. Маленькая. У тебя как называется это приложение? А ты через сканер? Да. Ага. Кто это? Вот она. Да, вот она. Ну, кто это? Не знаю. Трясогузка. А еще я все время вспоминаю случай, когда в Москве мы были рядом с Красной площадью храм. Альберту тогда было лет, наверное, сколько? 10. Лет, наверное, 11 тебе было, да. Мы подошли к чану со святой водой. Там как бы не было никаких там баночек, стаканчиков, может быть, одноразовых. Ну, просто краник, да, и внизу лежало белое полотенчико на подносе. То есть мы открыли краник слегка, в ладошку себе несколько капель, чтобы налить там, умыться, может быть, хлебнуть этой водицы. С собой никакой тары не было. И когда Альберт подставил свои ладошки, чтобы водички капнуть с этого краника, к нему подошла одна из таких женщин, которые при церкви служат, и начала на него кричать. Вот для меня вот это тоже неприемлемо, вообще неприемлемо, когда ты служишь при храме и подходишь из-за воды, из-за белого полотенчика, на которое ребенок капнул водичку, начинаешь на него кричать, отчитывать его за это. Поэтому надо все-таки как-то это понимать. Либо ты сильно-сильно верующий там человек. Ну, в общем, для меня, на самом деле, для меня верующие люди, они должны обладать какой-то добротой душевной ко всем и ко всему происходящему. И то, что ребенок там, пусть он будет там 11 лет уже осознающий, что он делает, да, ну, ой, как красиво он летит, как красиво ты летишь.
Вот, осознающий все свои действия и последствия вообще, капнул просто капельку воды на белое полотенце и начинать в храме внутри на него кричать. Я тогда вышла, конечно, из этого храма вообще с не очень хорошими впечатлениями. И вот до сих пор эти воспоминания. Мы в этом году даже не пошли туда. Да мы не были там. В смысле не были? Только на площади были. Ну почему только на площади? Мы же ходили к реке еще. Мы были в том районе, просто мы туда не пошли. Нет, в другую сторону надо было идти. Ну если бы я хотела бы, я бы пошла. Но раз у меня такие не очень хорошие воспоминания, я даже не рассматривала тот вариант, что я туда пойду. Это, кстати, теплее, чем в Волге. Ну здесь-то она стоит. Нет, она оттуда течет, туда вытекает. Все равно вот в этом месте она больше стоит и быстрее нагревается. Ладно, пошли в магазин. Магазин. Давай. Жилетку-то сними. Где-то он сейчас, конечно, ржать начнет и не сможет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты не можешь не смеяться, чтобы подтянуться? Игорь спрашивает, это кто? Мне бы самой знать, кто это. Очень часто по городу идем, и люди здороваются. Я даже не знаю, с кем я здороваюсь. Только прошел, главное, здравствуйте, здравствуйте. Вчера мы были вон там. Ладно. Тут тоже были вчера. И тут были вчера. Короче говоря, мы как из отпуска приехали, мы дома находимся уже вторую неделю. А в центр города туда не вышли ни разу. Мы все ходим по окраине, куда-то в сторону пруда. Я на велосипеде за город езжу. В центр города ни разу. Не знаю, посмотрим, если дождь не разойдется. Уже начал опять моросить. Не несут нас ноги в центр города. Только в Москве центр города нету. Мы все гуляем где-то здесь по окраине, по деревне. Благо у нас рядом все магазины, все, что нам нужно. Даже кинотеатр находится на окраине города. С нашей стороны нам не надо идти через весь город. Хорошо. Хорошо, никуда не надо торопиться. Спишь сколько хочешь, ешь сколько хочешь. Но это довольно быстро наскучивает, я скажу вам. Вот вчера мы шли вечером, и тучи точно так же собирались. Ну, темнело, темнело, темнело. Потом как полил дождь. Сегодня, наверное, во второй половине дня. А, по-моему, кстати, уже вторая половина дня. Сколько время? Час. Второй час уже, да? У нас дни летят. Я вчера только поняла, что вчера был уже понедельник. Уже два часа. Обалдеть. Дни летят, потому что долго спим. Не успеваем проснуться. Время уже после обеда. Ничего, надо. Отоспаться надо, отдохнуть надо. Я сама себя так уговариваю. Вот сейчас на кассе в магазине. Добродушная и вежливая кассир. Волосы стоят. Вот интересно, она сама по себе такая или должность обязывает?